Твердая четверка. Такую оценку военным сборам в Мангыстауской области дал командующий войсками регионального командования «Запад» Марат Нугманов. На показательные занятия прибыли военнослужащие со всего Западного Казахстана. Идею проведения этого масштабного мероприятия вынашивали несколько месяцев. За военными учениями бригады морской пехоты береговой обороны наблюдала и моя коллега Тамара Степанова. В пригороде Актау террористы захватили здание с заложниками. Морская пехота береговой обороны вступила в бой. В числе заложников оказались в основном женщины. Спасать их спешили настоящие десантники из войсковой части 25744. Заливая противника огнем, из бронемашин выбежали черные дьяволы. Гордость и слава морской пехоты Казахстана. Интересно, что на показательные занятия прибыли военнослужащие со всего Западного Казахстана. Так сказать, перенимать опыт. Идею этой масштабной реконструкции вынашивали несколько месяцев. Считаю, что главная цель показательных занятий достигнута. Военнослужащие получили хорошую практику управления войсками в ходе проведения контрнаступления в разгроме условного противника. Полученный опыт я передам своим ребятам в Актобе. Стремительные атаки, фонтаны взрывов, вспышки выстрелов и грохот орудий, жестокие рукопашные схватки и спасенные заложники. Не успели десантники перевести дух, как по легенде поступило сообщение о нападении на блокпост. Для отражения обстрела прибыла группа быстрого реагирования. Численное превосходство в 300 человек вынудило боевиков броситься в бега. Бригада морской пехоты показывает достаточно хорошую тактическую выучку. Мы сегодня увидели грамотные действия командира подразделения, группы штурмовые, группы атакующие и обеспечивающие атаку основных боевых подразделений действовали уверенно. Я считаю, что данное подразделение задачу свою выполнило. Нужно отметить, что большинство участников учений являются военнослужащими последнего призыва. По мнению многих офицеров, данные занятия повысили полевую выучку войск и выработку устойчивых практических навыков у командиров и штабов управлений войсками. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Мангыстауская область.